я пошла. Смотри, Гошу не выпусти. Вот гаденыш. Я на работу опаздываю. Слезай. Слезай, кому говорят. Ладно. Гоша, 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 Гоша. Вкуснятина. Жорик, котик, ну я правда опаздываю. Слезай, а? Ну, держись. Барышня, а вы ногу на другую ветку поставьте. Ну давай, не бойся. Нет, нет, я не могу. А зачем тогда полезла? У вас лестница есть? Ну, есть. Только я за ней не пойду. Я на вызов спешу. Походите, кофе вас угощу. А? Что, правда? Честное слово. Все вы, барышни, такие. Наобещайтесь три короба, а потом Светке и прыг, на землю скок и поминай, как звали. Кстати, а как вас зовут? Любовь. Любовь. Ну, если не обманете, я сейчас. Прошу. Спасибо вам. Спасибо в карман не положишь. Кофе хочу. Обещали. А, сейчас. Пожалуйста, держите. Ну, мы ж не так договаривались. Я обещала угостить вас кофе. Вот, угощайтесь. Извините, у меня мало времени. Барышня, барышня. Всем здрасте. Привет. Ты что, с ума сошла? Он тебя каждые 5 минут спрашивает. Да я ж предупредила, что опоздаю. Люба, это ЧП. Вся редакция уже на ушах. Да я первый раз за год опоздала. И, похоже, последний. Ко мне в кабинет. Живо! Сергей Михайлович, извините меня, я опоздала. Садись. Вот ответь мне, кто здесь я? Главный редактор. И езжу на работу на велосипеде, чтобы не опаздывать. А кто здесь ты? Корректор. Правильно. И твоя задача – отыскивать ошибки, исправлять опечатки, так? Так. Так почему же ты мужскую страничку не отредактировала как следует? Там что, где-то ошибка? Да в том-то и дело, что не где-то. Ты рекламу Воронова помнишь? Всемирно известный лидер мужской отечественной моды. Ну? Ну так за каким же ты хреном в слове «лидер» букву «П» на «Л» не исправила? На, полюбуйся. Люба, он поставил условие. Какое? Либо ты, либо я. И что же вы решили? Ты давай не изви. А иди и пиши заявление. Добегался. Привет. Гоша где? Он же Жора, он же Гога. За что ты его так? Я тебя еще раз спрашиваю, где Гоша? У нас только Георгий Иванович. Где мой кот? Вот он, твой кот. Это не мой. И это не кот. А кто? Хвост подними. Так где он? Я не знаю. Он выскочил сегодня утром, я думала, это он. У Гоги глаза желтые и хвост пушистый. Ты его никогда не любила.
Заметь, это чувство было взаимным. Ты у соседей спрашивал? Соседи видели только цирк, который ты устроила утром. Олеженька, ну прости меня, пожалуйста, сейчас его найду. Это в твоих интересах. Ты это о чем? Ты это мне собрал? Угу. А как же любовь? Разочарую тебя. Любви нет. А что есть? Влюбленность, страсть, привычка. То есть мои чувства не в счет? Люба, перестань. Да как я могу перестать? Что мне теперь делать? Делай, что хочешь. Животное забери. Алло, тетя Надя. Да, тетя Надя, это я. Тетя Надь, пустите меня переночевать. Только я с кошкой. Нет, без нее не могу. До свидания. Здравствуйте. С животными нельзя. Только на одну ночь, пожалуйста. Нет. Обещаю, вам никто не узнает. О, здравствуйте. А это не животное? Нет. А кто это, по-вашему? Послушайте, у гостиницы есть хозяин, а это любовница хозяина. Дальше продолжать? Пожалуйста, поймите, меня сегодня уволили. Выгнали из дома. С животными нельзя, это правило. Ну, есть же исключения. Есть. А это вы? Я. А это где? А это в Монголии. Ух ты. Да садись, чем мнешься? Ну, как зовут? Люба. Да не тебя, а кошку. Негра. Поинтеллигентнее имени не нашлось. Ада, скажите честно, почему вы меня взяли? Ты что, недовольна? Да нет, ну что вы. Я вам так благодарна. Ну просто странно, что вы не побоялись. Чужой человек, да еще с кошкой. Меня с ней даже троюродная бабка не пустила. Во-первых, я тебе не бабка. Во-вторых, почти ничего не боюсь. А в-третьих, собственно, из-за кошки ты сюда и попала. Как это? На Кубе верят, что хвост черного кота помогает при головной боли. У меня уже неделю мигрень. Поэтому кошка будет спать со мной. Чем заниматься собираешься? Найду работу, жилье. Не местная? Год назад переехала. А кто по профессии? Филолог. Работаю корректором в журнале. Работала. Понимаю, ничем помочь не могу. Так, спать. Я вижу, ты кофе на ночь не пьешь. Спать, утро, вечер мудреней. Да. Я ищу работу. Ну, конечно, ищу. Ну, поэтому я вам и звоню. Образование высшее. А опыт работы имеется. Да. Любовь. 22 года. Я интеллигентна, внимательна, тактична. Ну, что вы, я девушка порядочная. Ну, что вы, конечно, я не курю. Детей нет. И не планирую. Простите, а это вам зачем? Что? А ну-ка, повтори! Да ты знаешь, в Мюнхене куда я посылала таких, как ты! Leck mich am Arsch! Ешь, для тебя куплено. И сама, сама звони. Так этого еще не хватало. Эй, послушайте! Тут лифт остановился. Подождите, пожалуйста. Ну что за новости? Я выйти хочу! Это не от меня зависит. Бардак в этой стране, вообще что-нибудь от кого-нибудь зависит? Им бабки бешеные платят за аренду ежемесячно. Какая-нибудь баба Катя
Этих проблем с лифтом не знают в своей хрущевке. Баба Катя в хрущевке не знает проблем с лифтом, потому что у нее лифта нет. 10 лет назад катушку украли, люди ходят пешком. А вы откуда знаете? Баба Катя рассказала. Ты очень умная, да? Да. Ну-ну, смотри. А то выйдет, как у Фанвизина, горе от ума. Горе от ума написал Грибоедов, Александр Сергеевич. В 9 классе проходит. Здрасте. Здравствуйте. Я на собеседование. Да, подождите здесь, к вам сейчас выйдут. Угу. Машенька, ко мне есть кто-нибудь? Да, вот на собеседование. Вы нам не подходите. Собеседование окончено. А он кто? Главный редактор. Придется вам другое место найти. Ну, баранину мы купили. Ты чё хмурая? Теперь купим изюм. Так, почем изюм? 300. 150. Эй, уважаемый, если я тебе продам за 150, меня жена убьет. 250 – все, изюм ваш. Уважаемый, рядом с тобой в 2 шагах Гиви торгует изюмом. Он холост. 100. Я могу тебе сделать исключение. Только из-за твоего возраста. Хорошо, 150. 50. Ты же хотела вначале за 150. Ну, а ты продавать не хотел? Тогда не хотел, сейчас хочу. А я уже не хочу, все, Люба, идем нам туда. Слушай, подожди, куда уходим туда-сюда? Я не могу тебе продать за 50. А я не могу купить за 150. Давай так, 50 плюс 150 получается 200. 200 пополам получается 100. Согласен? Да. Ну, давай. Хорошо. И то только потому, что ты мне очень понравился. Спасибо. Приходи еще, ты тоже мне понравилась. Может, мне в школу пойти работать? Учителем. Являть собой еще один образец социального страдания. Не знаю. Мне кажется, в наше время учитель ошибается 2 раза, и первый раз это при выборе профессии. Что же мне тогда делать? Ну, ты же ищешь работу, ищи. Паниковать только не надо. И сидеть у вас на шее. Слушай, ну не надо ныть. Ну, получай удовольствие от жизни. Думай о хорошем. Про кускус, например. Знаешь, какой вкусный готовлю. Ой, просто пальчики оближешь. Это... Ой, я забыла помидоры. Ой, я забыла. Ну, хоть бы ты мне напомнила. Да я не знала, что они нужны. Слушай, я на рынок, ты домой. И не дрейфь, пока. Мужчина! Девушка, а? Подождите, а вы куда? А, человек, который только что вошел. Фамилия, имя? Так я его не знаю. Нет, ваше имя. А, Любовь. Любовь? Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке. Мастер и Маргарита. Послушайте, этот человек потерял на улице кошелек. Я его нашла. А, ну так давайте я передам. Нет, отдайте. Ну, ну что такое? Пропустите. Подожди, сторонний вход запрещен. Ну хорошо, не хотите пропускать меня, зовите его сюда. Извините, извините, ваш кошелек. Говорит, на улице нашла. Вы обронили. А? Кошелек вы обронили. А, пройдемте со мной в кабинет. Ненадолго. Открывали? Нет. Рассчитывайте на вознаграждение. Нет. Неправда. Любой человек, даже самый честный и порядочный, не прочь получить награду за хороший поступок. Вам, вашему журналу, не нужны корректоры? Присядьте. Давно ищем работу? Около месяца.
Сколько вам лет? 22 года. Ага. Живете с родителями? Нет. Замужем? Нет. Заберите. Зачем? Он не мой. Терпеть не могу кошельки. А к чему тогда все? Сейчас объясню. Корректоры мне не нужны. О, ясно. Ничего мне ясно. Какое у вас образование? Филфак. Да. Ну и как долго вы планируете работать корректором? А что? Ничего. Работая корректором, через 5 лет ослепнете. Через 10 лет растолстеете. Нет, конечно, можно поработать и учителем в школе, но я вам не советую. А что бы вы мне посоветовали? А почему бы вам не попробовать себя в журналистике? У меня нет опыта, меня никто не возьмет. Я возьму. Так что вы не против поговорить со мной по дороге? Люба, у вас есть друг? У всех есть друзья. Я говорю о настоящем друге. Человек, к которому вы, например, ни с того ни с сего раз приехали и поселились. Нет. А вот у меня есть старый друг. Фамилия у него Зендер. Не слыхали? Нет. Подружились мы 20 лет тому назад. Как раз от него ушла жена. Она была в положении. Ушла как в воду канула. А при чем здесь я? Минуточку. Я преподаю в университете на журфаке. С месяц назад среди студентов я встретил девушку. Фамилия у нее знаете какая? Как у моего друга. Зендер. Очень редкая фамилия. И я, идиот, взял и позвонил своему другу, сказав, что я нашел его дочь. Ну? Что ну? Я ошибся? Она никакого отношения к моему другу не имеет. А при чем здесь я? Вы очень похожи на его жену. И вам... Сколько вам лет? Я вам уже говорила. Ну да. Соответственно, вы могли бы побыть дочерью моего друга. Шутите? Нет. Ну-ка, остановите машину. Остановлю, когда приедем. Валя прилетает через час. У вас есть время передумать. А если я не передумаю? А если не передумаете, я вам дам деньги на такси, вы поедете обратно. И будете несколько месяцев искать работу. Нет. Нет. Я вас прошу. Очень. Откройте дверь. Он приезжает всего лишь на одну неделю. Вас это не обременит. Да и, в конце концов, работа журналистки на дороге не валяется. Так что давай-давай, соглашайся. Если вы сейчас же не откроете дверь, я... Ладно. Здрасте. Здрасте. А до города сколько? 1500. А изюмом возьмете? Ну что, передумала? А, то есть нет, вы что? Деньги давайте на такси. Люба, познакомься. Это твой папа. Может, рыбу? Не люблю рыбу. Мясо? Я не голодна. Овощи. Вот смотри-ка, пудинг. Какая ты худенькая. Совсем ничего не ест. Ем. Кус-кус. Хочу. Вы слышали? Это невозможно. Но его же нет в меню. Ребенок хочет кус-кус. Позовите повара. Пожалуйста.
Про кускус слышали? Ну да. Приготовите? Нет. Почему? Баранина закончилась. Так у меня есть. Ну так как? Не положено. Позовите администратора. Хорошо. Слушаю. Я предлагаю тройную оплату за блюдо, которого нет в меню. Андрей, сделаешь? Нет. Почему? Не умею. Я умею. Вы не против? Пожалуйста. Он что, повар? Повар? А нет, он не повар. Он музыкант. Хороший музыкант. Классный музыкант. Поверить не могу, что вы меня в это втянули. Я втянул? Да, втянул. Ты не пожалеешь. Считай, что ты уже сотрудник нашей редакции. И вот тебе первое задание. Какое задание тебе дать-то? А, гороскоп. Как гороскоп? Я журналист, а не астролог. Ты что, всерьез думаешь, что их составляют астрологи? Напишешь пару строк для каждого знака. Я тебе помогу. Главное, меня не сдавай, а? А если он про мать будет спрашивать? Ах, да, про мать. Мать его. Какая же у меня девичья фамилия, а? А, Ковалева. Ну да, мать твоя, Ковалева Анна Алексеевна. Примерно 45 лет. Ее уже нет? Нет. Ну, есть нет. Я не знаю. Сама придумай свою биографию, ты же у нас умная. Я ему скажу, чтоб ни о чем тебя не расспрашивал. А в отце ничего слыхом не слыхивала. Поняла? Поняла. А дальше что было? Да ничего. Поужинали, вызвал мне такси. Угу. Завтра погулять зовет. Слушай, а вы действительно похожи? Не на него, на его жену в молодости. Откуда, говоришь, он приехал? Из Испании, на неделю. Музыкант. Гитарист. Ада, вы думаете, я легкомысленно поступила? Нормально, поработаешь неделю, дочка, у тебя работа есть. Ты поступила правильно. Работа. Ада, а кто вы по знаку зодиака? Я стрелец. А что вы собираетесь делать завтра? Еду в гости. Стрельцы. Наступает пора общения. Самое время съездить в гости. И все? Надо быть осторожнее на дорогах. Стрельцам надо, остальные пусть завязанными глазами ездят. Ты не понимаешь. От тебя требуется набор общих, ничего не значащих фраз. Типа, проведите завтрашний день так, чтобы не было мучительно больно. Стрельцы. Проведите. Мне вообще-то в кладовке пишущая машинка валяется. Не-не, не надо, спасибо. Вот интернет бы мне сейчас не помешал. Все, время позднее, спокойной ночи. Угу. Только, Стас, ну стучи потише. Ага. Стас, осторожнее. Конечно, конечно, конечно. Привет. Что это? Это выход. Куда? Куда? В новые измерения. Интернет? Угу. У вас же компьютера нет. Теперь есть. А это кто? Это сосед. Ему родители новый купили, а этот он нам отдает. Ах, Ада, я вам так благодарна. Это здорово. Я в душ. Давай. Мигом. Ага. Папаша. Это вам. О, не люблю розы. Мы за дочкой. Угу. Здравствуй. Это лошади. Они совсем не верблюды, у них горбов нет. А у верблюда, смотри, какие горбы. У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. Ну, так говорят. Вот. Сейчас
Тигров пойдем смотреть? Нет. Почему? Не люблю кошек. Я тоже. А почему? Ну. Люба, а как? Мама? Мамы нет. Она тебе про меня рассказывала? Нет. Совсем ничего? Совсем ничего. Кирилл Петрович обещал, что вы не будете. Как ты похож на свою мать. Прости, я больше не буду. У тебя парень есть? Расстались. Он расстался. Почему? Из-за кошки. С ним был знаком дольше. Нехорошо. Какие планы на будущее? Не знаю. У меня нет планов. Да? Ну тогда надо оформить бумаги. Какие бумаги? У тебя свидетельство о рождении есть? Конечно. И что стоит в графе «отец»? Прочерк. Правильно. Надо исправить, потому что теперь у тебя есть отец, есть отчество и фамилия. Загранпаспорт получала? Нет. Надо сделать. Зачем? Потому что без паспорта не пустят. Куда? Со мной. Ко мне. Я никуда не поеду. Hola, Lucia. ¿Qué tal? Espera un momento. No, por favor. Люба. Любовь. Por favor. Adiós, cariño. Мне пора идти. Куда? На работу. Кирилл Петрович ждет. Я с тобой. О, какие люди! Ну, проходите, располагайтесь. Как дела? Лучше всех. А у тебя? Валь, пожалуйста, будь другом. Сгоняй за кофе. А мы пока здесь дела обсудим. Понял, понял. Я понял. Ну как? Противно. Что противно? Врать противно. Ничего, втянешься. Втянешься? Он меня удочерить хочет. Да ты что? Мы так не договаривались. Ладно, я с ним поговорю. Поговорите. И скажите, что я никуда не собираюсь уезжать. Показывай давай, что ты там написала. Что это? У тебя что, клавиатуры нет? Чтобы я больше этого не видел. Читай давай. Все? Я стрелец. Стрелец. Но. Сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Хорошенько отдохните. Тяжелых последствий быть не должно. Рак. Подожди. А как это я хорошенько отдохну, когда у меня рабочий день? Можно же взять выходной. Кому? Мне? Вам. Если хорошенько отдохну в рабочий день, мне как раз и будет мучительно больно за бесцельно потраченный день. Я перепишу. Не надо. А то ты мне завтра отправишь в отпуск или уволишь. Кофе заказывали? О! Люб, ты будешь сахаром или без? Да нет, она не будет. Дело в том, что у нее пресс-конференция в Интерфаксе. 12 часов. Еще успеешь. Берешь пресс-релиз, едешь туда и задаешь пару вопросов. Пишешь и сразу ко мне. Поняла? Давай. А кофе вообще-то я люблю со сливками. Но все равно спасибо. Выпью по дороге. Ой, хороша чертовка. Вся в отца. Вся в отца. Не отец я ей. Как не отец? Не рада она мне. А. Отец, тот, который пеленки помогает стирать, на рыбалку с собой таскает, замуж выдает, а я свалился, как снег на голову. Чужой я для нее. Кстати, она еще не замужем. Вот увидишь, ты ее еще под венец поведешь. Смотрю я ей в глаза. А там сплошное разочарование.
Не нужен ей отец. Опоздали мы. Дай время. Поговори с ней. Расскажи про себя, про друзей, про молодость. Про дядю Ваню расскажи. Придумаем что-нибудь. Здрасте. Добрый день. Я на пресс-конференцию. Присаживайтесь. Подождите, пожалуйста. Спасибо. Извините. А долго еще ждать? Около часа. Кто-то опаздывает? Не, кто-то слишком рано пришел. Я вовремя пришла. Если пресс-конференция в 12. В 2. Как мне сказали, в 12 малый зал Интерфакс. Тогда поторопитесь. Почему? Привет. Привет. А ты чего мрачная такая? Что-то случилось? Ах да, Петрович про тебя спрашивал. Ты же вроде на присуху ездила. Как прошло? Я опоздала. О. И что теперь? А это что? Так это ж пресс-релиз. Ты знаешь, для чего это все? Это гарантия того, что никто факты не переврет. А если у тебя есть даты, имена, суть событий, что тебе еще нужно? Что? Немного фантазии. А у тебя действительно нет отца? И в твоем свидетельстве о рождении стоит прочерк? Да, я никогда его не видела. А мама? Есть. У нее другая семья. Муж, дети. Печально. Я привыкла. Ну, знаешь, к одиночеству сложно привыкнуть. А да, у вас есть дети? Да, у меня была дочь. Простите, мне очень жаль. Нет, все нормально. Она жива-здорова, просто мы не общаемся. Да лет 10. Почему? Живет далеко. А да я теперь, наверное, от вас уйду. Променяла меня на лжепапашку? Напишу статью, попрошу аванс, сниму комнату, слезу, наконец, с вашей шеи. Ой, да ты о своей шее беспокойся. Кстати, учти, кошку не отдам. Да она теперь сама от вас никуда не уйдет. Известный композитор Александр Седов презентовал свое новое произведение в стиле симфоджаз. Удивительно. Что удивительно? Кирилл Петрович, фотографии готовы. Удивительно, ты научилась врать. Вот что удивительно. Пресс-конференцию отменили, композитор не смог приехать. А блиц-интервью у тебя с ним есть. Как это понимать? Ну, чего молчишь? Это я виноват. Не понял? Люба опоздала, я бы советовал списать ей из пресс-релиза. Это правда? Вон отсюда. Ты вон отсюда. Кирилл Петрович, если хотите наказать меня, наказывайте. Закрой дверь с той стороны, я сказал! Где ты научилась так врать? Сами хороши. Чего? Да я тоже не без греха. Но есть такие понятия ложь и вранье. И чем же они различаются? Ложь появляется по необходимости. А вранье по дурости. Значит, я дура. Нет, я бы не сказал, что ты дура. Талантливое вранье тоже творчество.
И коль ты такая уж находчивая, есть у меня к тебе одно дельце. Какое? Понимаешь ли, какая штука? Была когда-то такая группа под названием «Дядя Ваня». Очень хорошая, популярная группа. Я даже хотел написать про них статью. Я могу. Подожди. Сначала выслушай, а потом посмотрим, сможешь ты или не сможешь. Так вот, эта группа распалась, но написать про них надо. Я могу. Да подожди ты, заладила. Я могу. Ее сначала надо разыскать. И помочь тебе в этом может только Валентин. Ну, а он-то здесь при чем? Ну, я же тебе говорил, что он музыкант. И эту группу собрал он. Но разыскать — это полдела. Вот как бы их собрать, чтобы они сыграли концерт, а ты про него написала бы. Тебе статья, а мне эксклюзив. Слабо. Наконец-то. Идем? Куда? Сначала в ЗАГС. Да подождите вы в ЗАГС. Я вас совсем не знаю. Давайте сначала познакомимся. Узнаем друг друга. Кто вы? Кто ваши друзья? Ты хочешь знать про моих друзей? Очень. С чего бы нам начать? А давайте начнем с дяди Вани. Мы играли вчетвером. Гарик, Боба, Веня и я. Помпадур пел и заправлял всем. А почему помпадур? Люба! Кто это? Неуж тот с кошкой? До сих пор злишься? Ты что-то хотел? Представить нас не хочешь? Валентин Семенович, папа. Любы. У тебя же не было отца. Теперь есть. Даю тебе одну минуту. Две. Коша нашелся. Три дня в подвале просидел. Похудел и нервный стал. А ты его к психотерапевту отведи. Издеваешься. Иногда вспоминаю, как мне тебя не хватает. Больше, чем Гоша? Да ну перестань. Помнишь, как мы жили с тобой? Ты, я. И Гоша. Да ну что ты заладила? Гоша, Гоша, дай по-человечески сказать. Минута прошла. Не надо ничего говорить, Олег. Помнишь, ты сказал, что любви нет, есть привязанность, потом привычка. Так вот, я отвыкла, Олег. Понял. Время вышло, Бубин. Почему это он Бубин? Видишь ли, у меня есть теория. Все люди похожи на музыкальные инструменты. Каждый инструмент – это звук. Так же и каждый человек – это звук. Узнаешь звук – узнаешь человека. Как это? Ну вот послушай. И сумочка, и скраб, кто эта женщина? Кожи, такого же цвета, как не знаю. Это туба. Слушай, как гудит. Ее всегда сажают на самых задворках оркестра. С виду она толстая и неуклюжая, на самом деле легко ранимая и даже нежная. А вот это кто? Не знаю. А вот Слава сегодня, слушай, весь прибежал, прям. Слушай, это была Лайки. Он как трещит. Легко и весело, задорно. Знаю, поспевай за ними и будешь бегать всю жизнь. А это кто? Привет. Это контрабас. Да нет, все, спасибо, звук получил. Какой. Басовитый, густой, да, протяжный. Он выше человеческого роста, любит играть стоя. Покрасоваться любит. Несколько старомоден. В джазе импровизации виртуозен незаменим. А я кто? Не скажу. Что, может, пойдем? Куда? В театр. Зачем? Ты же хотел узнать моих друзей.
Ола, Лусия. Como está? Люба, я сейчас. Ага. Си. Си, Карине. Por favor. Си. Лусия. Девушка, вы кто? В смысле? Вы к кому пришли? К нему. Так вы журналист? Я? А, да. А чего не проходите? Гарик без ума от журналистов. Нос? Что нос? Нос принесла, уже полчаса жду. Надя, у нас что, в гримеры только отсталых набирают? А я не гример, я журналист. Вон! Я вам сейчас все объясню. Сейчас же вон! Надя, я же просил не пускать журналистов. Убери ее, Надя! Сейчас успокоится само. Тихо, тихо, тихо. Невежды! Малограмотные курсописцы, кому летят, манпехи отличить не могут. Гамлета не читали! Гамлета! Нос? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или стоит оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Умереть, забыться. Так малодушничает наша мысль. И вянет, как цветок, решимость наша. Бесплодие умственного тупика. Принц, были ли вы здоровы эти дни? Благодарю. Вполне. 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 Вилька! Вилька! Ух ты! Супермен! Да ладно, я смотрю, вы познакомились. С кем? С дочкой. Как, она твоя дочь? А что, не похоже? Вилька, должен констатировать факт, я почти влюблен в эту девушку. Это Люба. Кирилл рассказал ей про дядю Ваню, она захотела познакомиться. Да, славные были времена. Люба, ваш отец – лучшая гитара, которую я слышал в своей жизни. Ой, да что я говорю, вы сами слышали, как он играет? Нет, не слышала. Не может быть, Вилька, ты не показал ребенку, за что тебя уважает музыкальный бомонд? Не успел. А вы на чем играли? Ну, Вилька – гитара, я на контрабасе. Ох, если бы вы могли увидеть, Люба, как мы зажигали! Да. А я и могу увидеть. А как? Да. Так, если вы снова захотите сыграть, я и увижу, и услышу. А что? Может быть, действительно того, а? Так, тряхнем стариной, а? Продемонстрируем, так сказать, младшему поколению. Нет, нет. Ну, давай, ребят, ну, ребят, ну, ребят. Давай, давай, давай. Инструментов нет. Давай, 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 давай. Говори ерунды, ребят. Да место мы найдем, нет, не проблема. Подожди. С инструментами Боба я поможет. Я вас очень прошу. Помпадур но... будет петь, помпадур! Да? Вы согласны? Да он согласен. Ура! А почему дядя Ваня? А это Гарик придумал. Он тогда как раз выпускал дипломный спектакль «Дядя Ваня». Вот так. А почему Вилька? Вилька – это от Валя. Меня зовут Валя. Вилька – Валька. Друзья издевались. Я тогда много играл по ресторанам. Зарабатывать надо было. Ну и они говорят: ну что, Вилька, тарелька, много денег заработал? Говорю: много заработал. Да, спасибо. Вот так и осталось. А куда идем? Да уже пришли. Вот. К Бобу. Thank you.
Здрасте, простите, а декан где? Здесь. Хм. Странно. Тихо, на Бобу не похоже. Сколько раз я тебе говорил? Не прямо бей, а скользящий удар. Пум. Пум. Так, тишина, идет занятие. Кто там? Борис Романович. Так, что вам надо? Услышать ваш божественный бах. Вильк, привет. Привет, Боба. Дочь? Дочь. Барышня? А? А вы каким-нибудь инструментом владеете? Владею. Ну и каким, если не секрет? Фортепиано. 5 классов музыкальной школы. О, наш человек. А как насчет чувства ритма? Ну-ка ударьте что-нибудь. Это ударные инструменты. От слова ударять. А вы сейчас его поцеловали. В Рубинштейн? О, другое дело. Боба, а где теперь помпадур? Понятия не имею. А Веня? А Вени больше нет. Как? Когда? Да нет, жив, жив. Он теперь отец Бенедикт. Рядом костел есть, он там мессы служит. Так что всегда на месте застанешь легко. Ну, а помпадур? Помпадур я уж как-нибудь сам разыщу. Спасибо, Боб. Так, я тебе еще раз говорю, ты никуда не пойдешь. Пусти. Я отцу позвоню. Звони. Ладно. Домой можешь вообще не возвращаться. Привет. Привет. Куда это ты? В клуб. А потом? У бабушки поживу. Ты не против? Да я тут при чем? Будешь? Нет, не курю. Только бабушке не говори. Трясется надо мной, будто мне 5 лет. Подожди. Что, Ада твоя? Бабушка? Угу. Во дает. Слушай, а почему они не разговаривают? С мамой? Ну да. От бабушки дед ушел. Она в отместку запретила матери с ним общаться. А та втихаря бегала к нему в гости на выходных. Бабушка случайно узнала, и вот. А до чем вы сейчас занимаетесь? Общаюсь. А с кем? Да с Пушкиным. С кем? С Пушкиным из Тольятти, парень классный. А да почему вы мне не сказали, что ваша дочь живет напротив? Ну, она мне не дочь. Угу. То есть вы готовы общаться с Пушкиным, с Чеховым? Да, Пушкин и Чехов меня не предавали. А, да! А, да! А, да, да вы только представьте, в каком мире мы живем. Каждый день происходят сотни аварий, люди пропадают без вести, погибают от болезней. Ну к чему ты мне это говоришь? К чему? А если с ней что-нибудь случится? А если не с ней? С кем? С вашим внуком, Стасиком. Рано или поздно вам все равно придется поговорить. Слушай, не надо меня пугать. Ну, Люба, перестань, ничего с ними случится, ну не надо. Ой, Люба. Ох, Ада. А я знаете, о чем сегодня подумала? О чем? Ведь Валентин мог бы быть моим настоящим отцом. Невероятно. Но все может быть. Да уж. Знаете, когда мы с ним сегодня встретили Олега, я вдруг отчетливо поняла, чего мне так всю жизнь не хватало. И чего? Семьи. А у вас, Ада, семья есть. И вы ею пренебрегаете. Здесь.
нравится здесь бывать. В первый раз меня сюда привела мама. Твоя мама. А почему вы расстались? Я и сам не знаю. Она была очень ревнивой. Ты знаешь, кто был ее главный враг? Кто? Музыка. Моя музыка. Она думала, что я ее люблю больше. Хотя сама была частью этой музыки. Вы любили ее? Очень любил. А сейчас? Моя жена, Люсия. Красивая. А дети у вас есть? Да, у нее сын. А у меня теперь дочь. Так что, значит, дети у нас есть. Вилька? Веня. Вилька! Веня. Вилька! Или, может, отец Бенедикт, как мне называть-то тебя? Ну, ты брат мой, какой я тебе отец. Здравствуйте. Здравствуй, дочь моя. Ты не поверишь, и моя тоже. Познакомься. Это Люба. Нашел все-таки. Кирилл нашел. Жалко, что поздно. Ну, всему свое время. Время искать, время терять. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Все, что предначертано, исполнится. Слушай, как же ты? Ты когда успел-то? Ну, пути Господни неисповедимы. Поехал в Польшу на фестиваль органной музыки. Ага. Поступил в семинарию. Ну, ясно. А мы тут с нашими встретились и решили поиграть. Хотел тебя позвать, они говорят, ксёнц. 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 Так что играть на сцене, к сожалению, не могу. А вот прийти вас послушать с удовольствием. Вот еще проблема. Помпадур не объявляется. Люба, тебя что-то тревожит? Что случилось? Вы подождете меня здесь? Если надо. Подождите меня. Ты что-то забыла, дочь моя? Нет. Ты хочешь со мной поговорить? Нет. Да. Я не дочь Валентина. Здесь такая история вышла. Так что же мне делать? Сказать ему прямо сейчас? Валя очень талантливый музыкант. Отличный друг. Только вот отцом ему не довелось быть. У тебя очень нежное, доброе сердце. Делай так, как оно тебе подсказывает. Я должна вам что-то сказать. Погоди.
Орел, Решка. Я должна вам что-то сказать. Боба звонил, Помпадур объявилась. Теперь наша затея может испортить только одно. Что? Если она снова вышла замуж, ну? Решка. Угадала. Прости, ты хотел что-то сказать? Да нет, ничего. Потом. Стать тебе родней хочу, но вновь опять промолчу, как трудно чувство скрывать. Хозяйка здесь? Нет. Что? А когда будет? Потом. Минут через 40. Она за товаром уехала. Нам два кофе, пожалуйста. Ночь любви, знаю, сближает. Спасибо. Нежности пожар в груди, меня скорее остуди. Я весь пылаю тобой. Спасибо. Знаешь ли ты, что настоящее имя мадам де Помпадур – Жанна Пуассон? Жанка Пуассонова. Жанна Пуассон. Помпадур. И вдруг срываясь на крик. Споем? У меня голос. Меня поймет любовь. Как говорил Утесов, поет не голос, поет душа. Я петь не пойду. Люблю. Почему? Как я тебя стесняюсь. А вот этот Паваротти, например, не стесняется. Давай. Я не пойду. Один раз преодолев страх, избавишься от него навсегда. Сначала вы. Договорились. 72, пожалуйста. Валенки, давай, валенки, не подшиты, старенькие, ах, нельзя валенки носить, ни в чем к миленькой ходить. Валенки, да валенки, не подшиты, старенькие. Валенки, валенки, не подшиты, старенькие. Ах ты, Коля Николай, сиди дома, не гуляй. Не ходи на тот конец, не носи девкам колец. Валенки, да валенки, не подшиты, старенькие. Море мир. Майна Лива. Лива Кин. Как звать? Любочка. Как? Любовь. Нашел все-таки ты свою любовь. Нашел. Слава Богу. Вилечка, я тебе всегда желала счастья. Счастье будет полным, если ты споешь с нами. Ну ты что? Жан. Да нет, ну, боже, Бомба. Спаси. Нет, ну ты ну, что? Бомба. Ну, Жанна Анатольевна, ну, пожалуйста. Ой, ну, как я могу отказать своему любимому мальчику? А как же мы без клавира? Да, Веня. Ну да, Веня у нас теперь святой отец. Ты знаешь, есть у меня одна мысль. Сколько, говоришь, классов? Пять. Я? Нет, я не могу. Почему? Да потому что меня в детстве училка била железной линейкой по пальцам и навсегда отбила охоту играть. Да и забыла я все. А папу выручить?
Ладно, я сыграю. С такими-то ногтями? Нет уж. Я попробую. Боба. Люб, в чем дело? Меня не учили импровизации. Слушай, перестань думать, что у тебя ничего не получится. Импровизация – это рассказ. Ты послушай внимательно, о чем рассказываю я, Гарик, Боба. Попробуй продолжить. Ну, Боба. Пришла поблагодарить тебя за то, что заступился за меня тогда утром. Ну, спасибо, только это я перед тобой виноват. Поэтому ты меня и прости. А у меня к тебе просьба. Какая? У нас скоро концерт. Не согласишься поснимать нас, ну, для моей статьи? Хорошо, но только у меня условие. Какое? Ну-ка, посмотри вон туда. Вот это мое условие и есть. Хочу и тебя тоже поснимать. Да какая же из меня модель? У тебя прекрасная фигура, чудесный профиль. Ну-ка, улыбнись. Я не могу по заказу. Люба! Чего? А знаешь, почему рыбы не клюют? Потому что у них клюва нет. У тебя очень красивые глаза и очень красивая улыбка. Стасик пропал. Телефон не отвечает. Может, он домой вернулся? Да нет, его дома. Ну, не волнуйтесь, остался у друзей. После того, что ты вчера сказал, я не могу не волноваться. Ада, ну простите меня, я же не знала. Ой, ну что теперь делать? Ой. Поговорите с дочерью. С Ниной? Нет, я не могу. Можете. Можете, Ада. Нет, нет. М? 50 грамм. Для нет. Храбрости. Нет. Лучше? М? Сегодня я сделаю исключение. И не буду. Люба, 50 грамм для храбрости. А, нет, спасибо. Надо. Если страшно, 50 грамм надо. Страшно, но пить не буду. Повторяй за мной. Я Люба. Я Люба. Я Люба. Больше не думаю о себе. Больше не думаю о себе. А думаю только о музыке. А думаю только о музыке. Только о музыке. Только о музыке. Мы готовы.
добрый вечер. Дальше, 08-41. 08-41. Как зовут-то? Варя. Так это Толкушкина, что ли? Ну да. Ой, ну не, ну она переехала уже на север с родителями 2 года назад. Как? Ну как? Ну, не интересуешься личной жизнью сына, но он целый месяц с ума сходил. Давай кого нибудь другого. Ты мне не сделала. Возвращение блудного попугая. Матери нету дома, а я свой ключ у Ады забыл. Заберешь? Стасик, а ты никак боишься? Да я не боюсь. Я просто запарился с вашими бабскими делами. Скорее бы отец вернулся. Да ладно, пойдем. Куда? Как куда? Мириться. Она, кстати, недалеко живет. В крайнем случае к ней сбегать можно. Угнездил, он может быть. Может быть. Вот. 457. 457. А кого я привела? Стас. Ой. Господи, боже мой, ну разве так можно, Стас? Ну где ты был? Ну где был, там уже нет. Все, переодеваться, мыть руки, сейчас будем ужинать все вместе. А вы что, помирились? Мы не ссорились. Ну раз такие дела, у меня условия. По четвергам я буду ходить в клуб. О-о-о. И раз в неделю мы должны собираться за одним столом. Будем собираться за одним столом! Привет. Привет. Мне очень понравилось, как ты играла. Спасибо. Как тебе? Да, он здесь совсем другой. Когда человек занимается любимым делом, он меняется внешне.
По такой фотографии можно много рассказать о человеке. А иногда даже мысли прочитать. Ну какие же у него мысли? Такое ощущение, что его очень долго что-то беспокоило, а потом отпустило. И он к тебе неравнодушен. Неравнодушен. Извини, не удержался. Хотел и мои мысли прочитать? Хотел. Ну и что? Ты очень добрая. Ты никому не доверяешь, кроме него. Ты почему так решил? Посмотри на эту фотографию. Здесь ты на него смотришь, а на этой нет. И что? Когда ты на него смотришь, ты ладони домиком складываешь. На языке жестов это означает доверие. Это ты все по фотографии понял? Скорее убедился. Кто он тебе? Знаешь, а мы на шашлык собрались. Поедешь с нами? Так кто он тебе? Папа. Он мой папа. Кого я сейчас съем? Сынуля, перестань стрелять. Всем привет! Ну вот он, самый первый, самый горячий, самый свежий номер. Держи. Смотри, не обожгись. Ну, давай поживей, ну. Сейчас. Так, так, так. А почему нет моей фотографии? Угу. Такой толстенный журнал, а для меня места не нашлось, да? Нашлось. Угу. Но только на обложке. Ой, Кирюшенька, дай я тебя поцелую. Жанна Пусонова, помпадур, обладает тем редким вокальным даром, который, возникая рядом с нами здесь и сейчас, заставляет ценить и гордиться тем временем, в котором мы живем. Порой ее бархатный тембр голоса схож в сложном пианиссимо легкому вечернему ветру или прикосновению птичьего крыла. Люба, ты просто поэт. Давай посмотрим, что там Люба про отца написала. Целый абзац. До конца страницы. Валентин Зендер, чья профессиональная карьера начиналась в нашем городе, не только слышит, но и спрашивает о всем музыку. И она отвечает ему. Каждая сыгранная им нота живет и обращена прямо к нашим сердцам, рассказывая без слов о магии гармонии. Научитесь слышать мир, говорит он нам. Хватит читать! Надо подкрепиться! Эту песню я посвящаю моей любимой Любе. В уголках твоих глаз свет, а вокруг тишина. Лишь какой-то сверчок не может уснуть, и кажется, что-то мешает звездам висеть, и они падают вниз. В уголках твоих губ смех, а вокруг темнота, лишь костер смеется вместе с тобой, и кажется, что-то мешает пеплу лежать, и искры рвутся наверх. У меня на душе страх,
а вокруг никого. Только звезды смотрят на нас из реки, и кажется, что-то мешает мне говорить. И я молча смотрю на тебя. И я молча смотрю на тебя. Я, наверное, пойду. Ты меня подбросишь? Конечно. Безусловно. Ребят. Я, наверное, тоже потихоньку пойду. Поздно. И Танька заждалась. Извините, и мне пора. Можешь останешься, место есть. Не могу, мне съемка с утра. Пока. Пока. Хорош ты парень, Саня. Ну что, нравится тебе, Люба моя? Очень нравится. Да мы просто друзья. Знаешь, дочь, не стоит делать другом того, кто может стать возлюбленным. Пойди, проводи парня. Дети, дети. Если не возьмет ее замуж, заберу с собой. Может, ты останешься здесь? Как? У меня ж там Луся. У нее сын. Угу. А у меня теперь дочь. Хорошая дочь у тебя оказалась. Талантливая. Хорошо пишет. Ты знаешь, я сразу понял, что она талантливый музыкант. Угу. Интересно, она про себя что-нибудь написала? «Возвращение дяди Вани». Люба Никитина. Подожди, а почему Никитина? Она ж по матери Ковалева. Валя, я должен кое-что тебе сказать. Сдаешься? Нет. Я сейчас папе расскажу. Моему или твоему? Твоему. А его нет. Тогда своему. Его тоже нет. А где они? Уехали. Куда? В аэропорт. Справочный аэропорта. Во сколько рейс на Барселону? Черт. Алло. Я хочу сообщить. Аэропорт заминирован. В аэропорт, живо! Стой! Девушка, вы куда? Мне надо. Туда нельзя, там бомба. Вы меня не поняли? Мне надо. Нет, это вы меня не поняли. Там бомба. Оба! Да нет там никакой бомбы. Что? Это я звонила. А тебя за что? Украла что-то, да? А я украла коньяк французский. Камю рандо экстра голд гадость. А что делать? У меня день рождения, понимаешь?
Поздравляю. Спасибо. Я продавщицей в супермаркете работала. А ты кто? Журналист. Журналист? Я журналист! Выпустите меня! И меня выпустите! Я на горшок хочу! Ну ты даешь. Вы остались? Остались. Почему? Ты когда заминировала терминал, у меня появилось время. Я еще раз все обдумал. Я не хотела, чтобы так получилось. Я знаю. Ты не хотела меня обидеть. Мне Кирилл, когда все рассказал, я сначала не поверил. Потом рассердился очень. Потом обиделся. В аэропорту понял, что зря. Почему? Потому что ты моя дочь. Ты вообще очень похожа на меня. Ты думаешь, как я. Говоришь. Ты еще сама об этом не знаешь, но ты моя дочь. Да, я обниму тебя. Иди сюда, мерзавец. Спасибо вам за все. Опять на вы, дочь моя. В 19 веке к родителям обращались на вы из уважения. В 19 веке не носили таких платьев и не разговаривали со всем миром на ты. Спасибо тебе. Че так грустно? Не знаю. Не люблю прощальных сцен. А мы не прощаемся. У нас с тобой все только начинается. А знаешь, я засушила ромашки, которые ты мне подарил. А я научился готовить кускус. Ты готовила его первый раз? Для меня? Да. Ну, повар помог, но не мог же я оставить дочь голодной. Внимание! Объявляется регистрация на рейс 154 на Барселону. Ну что, мне кажется, пора. Я смотрела прогноз погоды. В Барселоне дожди, у тебя есть зонтик? Не волнуйся. Обычно я хорошую погоду с собой забираю. Но так же нечестно, тогда я промокну. Хорошо, тогда солнце оставляю тебе и буду ждать тебя под дождем. Ну что, без прощальных сцен. Люба, я жду тебя через месяц. Договорились? Извини, я опоздал. Рамку для фотографии найти не мог. Ух ты. Ну ничего, я подарю ему через месяц. Ты в редакцию? Ага. Подбросишь?
куда же я без тебя теперь?